Стихийная свалка села Тургень в Алматинской области разрастается не по дням, а по часам. Жители населенного пункта обратились в нашу редакцию, сообщив, что буквально задыхаются от зловонного запаха. Несколько лет несанкционированный полигон пополнялся, и в итоге его территория достигла пахотных полей фермеров. Наш корреспондент Гафу Али посетил Тургень и выяснил, кто виноват и что делать. Этой свалке больше 5 лет. Она растянулась до 2 километров. По словам жителей, пасти скот стало невозможно. Неприятный запах доходит до жилого сектора. Вот наши коровы ходят здесь. Пакеты съедают вот эти вот. Сколько коров, да, вот болеет корова, зарезал, внутри пакет лежит. Вот, это все болезни, да. Болезни, скот болеет действительно. Вот эту воду пьет, которая вот здесь вот стекает. И потом болеет. Постоянно мимо наших домов проезжают грузовики с мусором. Какое будущее ждет наших детей и внуков? Тургень – известная на юге зона отдыха, но свалка портит наш имидж. Здесь выбрасывают и туши животных. Кроме свалки, здесь еще и скотомогильник устроили. Из-за этого здесь полно бродячих собак. Власти игнорируют эту проблему. Жители заявляют, они не раз обращались в сельский акимат. Однако реального решения проблемы нет. Одни обещания. Вывозом мусора в селах Тургень и Таутургень занимается индивидуальный предприниматель. Работает по договору с каждым домом. Проведем переговоры. Планируем на этой территории, где образовалась свалка, поставить шлагбаум. В акимате заявили, проблему будут решать с помощью рекультивационных работ. Специалисты уже разрабатывают проектно-сметную документацию. Очистить территорию обещают в следующем году. Гафу Али, Нурдаулет Жаксыбаев. Итоги дня. Алматинская область.